Поезжайте лучше здесь. Я думаю, да. Ну давай. Здесь просто легче. Вон здесь еще дорога идет параллельно. Там палаточка такая нормальная на вид. В лесу. Нет. Но если дорога есть. Ну может быть. Но я планирую, что мы сейчас выйдем. Ух ты, блин. К большим баркам. Такие спуски к воде интересные. Готовьте. Тут видишь, везде можно подняться в любой момент. Не, ну там, скорее всего, вот эта дорога так и идет. Я вот не пойму, кто там так развернул. Такие огромные коттеджи, да? Прямо на берегу Волги. Волги же вообще, наверное, метров 200. Природоохранная зона. Я по спутнику смотрел, в принципе, вот эти дороги, они идут все время, каждое лето, на разных спутниках, примерно они все вдоль берега есть. Так что я надеюсь, но в любом случае мы срезаем намного больше, чем если бы ехали, как в прошлый раз. А по времени 4 часа мы потратили. Да. Да. Че я еду? Ну говори, че. Хорошо. Хорошо. Да, вечером. Давай, пока. А вы на шарик-то поедете или нет? Вон деревня, смотри, сверху. Шарик смотреть. Ну вот Кашин-Калязин. Там что, там церковь, радар и шарик в лесу. Не, Кашин-Калязин. В лесу вот этот огромный такой пластиковый шар. Да, да. Нет, Кашин-Калязин. Может, там другой, конечно, есть? Ну, в Дубне, может, еще один, да. Где-то под Калязином. Это там. Дубна-то это московская же область. А это у нас здесь. Так, слушай, мы уже куда-то приехали, да. Дорога идет дальше, да? Да, 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 мы сейчас. Нам надо. Здесь вот, судя по тому, вот это вот вышка стоит. Здесь раньше был, видимо, причал.
для катеров, которые возили отдыхающих на дачу. Ну да, и лагерь вполне возможно. Вот там были бетонные конструкции в лесу как раз. И вот эти спуски, может, это лагерь и был. Натоптанные такие хорошие спуски. Потому что они необычные, необычно людьми натоптаны. А вот это да, он там что-то нарисовал. Типа, можно здесь причаливать? Пристань. А, наоборот, крючок. Все эти. Булк свежий. А вот, в принципе, мы уже почти в большие барки приехали. Может быть, километр нам еще. Я вот не пойму, что на том... А! На том берегу! Вот там вот лестница, ты не видишь железную? Нигде? Вот это прудище. Это 100% прудище. Вот здесь вот где-то должна быть железная лестница. Она какая-то, что-то покорёжена. Похоже на железную лестницу или нет? Вот это точно прудище. А вон начинается полигон за лесом. Прудище, да. Вот, вон лестница железная. Ты же в том году с нами, помнишь, ездил? Лиза нас возила. Девочка собирала. Играли мы в волейбол здесь, конфеты жрали. Вот по этой лестнице спускались, помнишь? Да. Вот. Это значит прудище. Вот лес. За лесом сразу начинается полигон. Значит, мы уже почти до Баргова добрались, да? Осталось не так много. Это значит, коттеджи строят между прудищами и Матавино или Красново. Спичило? Спичило сейчас приедет? А, после них. После прудища. Да, да, да. Который уже на территории полигона. Или ты имеешь в виду вниз по течению? Нет, прямо на берегу. Ну вот сейчас за леском, который будет. Сейчас там, вот у нас прямо это прудище. Это прудище. А вот следующее? Следующее Спичило. Да. И все, и сразу нам будет виден этот берег. Так, все, дорога кончилась. Че, вниз, вверх? Вверх тропинка, вниз дорога какая-то. Лучше, наверное, вверх будет лучше видно. Ну вот параллельно вообще здесь идет дорога. Ну, поверху. Да. Это спутник, да, в этот раз? Нет, телефон. Ну, планшетки есть. А. Вот Спичило, от Спичило где-то 2 километра до полигона. Ну, знаешь как? Вон они едут. Нас догоняют. А, полигон, в принципе, вот когда мы здесь были где-то недели полторы назад, здесь проводили стрельбище. Но из 3 плацдармов, на которых какая хорошая веревка, из 3 плацдармов 2 уже полностью заброшены и разрушены. Соответственно, только на одном проводится как бы стрельбище, но я так понимаю, там может быть для милиционеров, может быть для охраны. То есть для военных уже постоку-поскоку. Вот. Потому что
все здания там заброшены. Но вот там есть еще одна казарма действующая. А так, вот сейчас мы поедем, с этого берега будет видно очень много различных тактических домиков, короче, всякой такой фигни. Мы туда уже две экскурсии устраивали в этом году. Лазили по всем этим заброшенным всяким зданиям. Вот. Может быть, еще съездим. Но, в принципе, там ничего такого особо интересного нет. Там вот есть дальше казармы, не казармы, а эти ангары, в которых техника хранилась. Боксы. Да, вот их дофига там. Там, короче, штук 20 боксов, какие-то там здания в лесу. И сразу же рядом часть действующая. А боксы уже заброшены. Там что, граффити изрисован, уже в боксы мусор вывозят. Там можно дискотеку устроить ночную. В принципе, почти уже у цели. Макс, помочь! Вот это, наверное, да, здесь? Поехали. А чего вы здесь не поехали? Чего вы здесь не поехали? А там дорогу уходил все-таки. А-а-а. Влево, вправо. Вправо боялся, уйду очень далеко. Я пришел влево. Ну вправо она уходит на асфальт. Ну да. Вот там вот за лесом асфальт. Олесь, помнишь это место-то? Да. Вот это. В том году конфету жрали здесь. Да. Была девочка Лиза такая, которая собрала, типа, поехали покатаемся. Мы приехали, играли в волейбол вот здесь, железная лестница, помнишь, к Волге спуск? Вот, видишь, красивые вот эти дачи. Мы оттуда выезжали. Полигон вот начинается, вот этот лес, и вот в конце. А, вон это поле, где мы выезжали, да? Да. Вон там заброшенные эти здания, видишь? Я понял, понял. Мы в Прудище. Напротив Прудище, точнее. То есть по тому берегу до полигона 2 километра, а по этому берегу нам сейчас километра 3-4. Почему? Нет, до самой косы. А, до самой косы? Мы сейчас до Барков километр. И от Барков еще там. Ну мы ж не по асфальту. А? Мы ж сразу опять по берегу. 20, да, мы проехали 20. Сейчас по берегу, да. До вот этого Барского вот этого монастыря. Который, кстати, можно будет посмотреть. Да. А то, что в прошлый раз, да, что-то... Ты вообще спать пошел? Чего ты спать пошел? Устал? Потому что я встал в 4 утра. А-а-а. И делал ремонт в первую половину дня. Сам делать? Да, сам. Нормально. Я, блин, тоже многое сделал и себе, и родственникам, и на заказ. А потом я понял, что пыль я дышать не хочу. И перестал делать ремонт. Сейчас вот комната только есть. Сейчас, да, сейчас можем полазить там. Смотреть, что там, почему. Строить отдых. О, у тебя в новом доме квартира, ты старую переделаешь? Нет, старую. А. Пол уже есть. Ротовка в советские времена вот так положили. Обои все нашли. Окна ставили. Полный демонтаж, короче, вся вот эта рука. Да, это не весело. Все это вытаскивать. Ну, двойная работа. Мелочь там. Нормально. Спасает сидушка? Понятно? Да. Спрашиваешь, конечно. Я себе, сколько, 50 баксов или 150 баксов? 8,5. Я помню, что 8,5 тысяч рублей, а сколько? 8, нет, я просто видел, ты что-то продавал. Барахолки. Продавал. Да, у меня еще вторая такая. Я же дом с путями подошло. А они разные? Махнул с путями. Чего, никто не взял? Пока нет. Дорогая, что? А на тот там диаметр какой?
толще, тоньше. Да, там стандарт.